Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Легенды Рунетерии. Так, ну что, пойдем в бои. У меня по-прежнему вот эти вот три колоды. Но я хочу, знаете, что сделать? Хочу накопить себе на... Я сейчас покажу. Вот на эту эпическую карту. Вчера получил шальную капсулу. Играть в поединках пока я не вижу смысла. Точнее, против игрока. Потому что, ребята, у меня нет таких карт, как у них. Они меня рвут просто в легкую. Поэтому я пока играю против бота. Тренируюсь, так сказать. Ну что же, поехали. Вот такую я себе аватарочку сюда поставил. Это у меня колодочка. Будем начинать. Играем против бота, но я тебе могу сказать одно. Бот здесь тоже непростой. Со своими заковырками. Ну, а вам, ребят, судить, как говорится, о том, как я играю. У меня 4 героя. Приступим потихонечку, да? Я думаю, что вот эту карту я, наверное, заменю. Но... Ой-ой-ой. Слишком большую карту мне дали. Ну, мы приступим. Так, вызываем сокола. Так, у него... Порра. Пацану. Что мне там выпало... К бою, взрывное. Так, что он там? Вестник весны вышел. А мы тогда будем Цитрию вызывать. Опа-на, смотри, что сделал, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, давай хотя бы вот так сделаем. А здесь нет смысла выставлять, потому что он его просто размажет. Еще и вампиризм у него на этом уровне. Давай так, просто одну карточку уничтожим. Ну, тут обмен. И получили мы с вами в лицо. Так, теперь мой выход. Я, наверное, стрелок племени Аварасан. А разыгрывая карту, нанесите одну единицу урона вражескому бойцу. Окей, меня это устраивает. Свежие следы. Ну? Нельзя промахнуться. Естественно, нельзя. Проверьте все возвышенности. Страж поляны вышел. Слушай, я думаю, мы, наверное... Стража поляны уничтожим, да, с вами? Будет выставлять? Нет, не стал. Не учила вас мама по лесу не гулять. Окей. Враг между деревьями. Смотри, что делает, а? Вот хитрожопый, а? Ну, мне придется, ребята, обмениваться. Победительного не будет. Давай. Что? Щит дает союзника. Вот шитик. Ну, естественно, ребята, мы с вами потеряем все карты, а он только одну. Вот жучара. Давай, Браум, выходи. Браум взялся за дело. У него, кстати, три карты всего лишь осталось. Давай, наверное, мы с тобой еще Гарена позовем. Мои сердце и меч принадлежат Димасии. Слушай, теперь пора немножко атаковать. Как там ставится этот бой? Что опять он там... Блин, он мне возвращает бойца. Хорошо. Это проще простого. Смотрим. Ох, какие у меня, ребята, карты, а? Прекрасные выпали. А мы с тобой вот так сделаем. Поехали. 4-4. Держи строй, мы тебя сейчас... Блин, этот под защитой получается, да, у нас? Ну что ты опять? Ты смотри, что он делает. Опять убирает мне карту. Продолжаем разговор. Может, хватит с ним уже тут тютюкаться, а? Дайте союзнику выбор противника до конца раунда, да? До конца раунда. Погнали. Минус, минус. Они идут. У него две карты. Фу, да мы его сейчас разнесем. Друзья мои, мы его сейчас разнесем. Давай так сделаем. Окей. О, у него шансов нету.
Все, 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 у него шансов нету. Выставляем. Поехали атаковать. Ну что, будет он прикрываться? Нет. 3 хп остается. И я думаю, что мы можем с тобой позволить даже вот этого. Все. Что ты там выставишь? Ну-ка, покажи мне. Ничего, да? А мы тогда сделаем с тобой люкс. Щит поставим вот сюда. Так, призматический барьер. Пока не будем тратить. Слушай, а чего он так много карты себе уже набрал, а? Откуда? Все, у него нет шансов, ребята, противостоять. Поэтому мы его тут в хлам разнесли. Браум не подвел. Покажите, сколько я получу опыта. Мало. Мне нужна тыщенка, хотя... Слушай, мы же можем с тобой, по-моему, в экспедицию отправить, да? Мы получили жетон. А я его могу сейчас использовать? Или же... Нет. Начать. Вот. Поехали. Ребят, я ни разу не знаю, не делал экспедиции. В первый раз на ваших глазах. Испытание 1. Начать. Ох, ё-моё. Метатели заклинаний, возмездие, скелетница. Так, посмотрим. Убейте союзника, чтобы нанести равный его силе урон любой цели. Выбор чемпиона. Скелетница. Физ. Мне кажется, лучше взять возмездие. Наверное. Так, алый страж. Это Гарен. Остальная защитница. И элита. Здесь Джинкс. Вскрыватель хранилищ. И опытный дознаватель. Свейн, удар по Нексу. Нанесите вражескому Нексу 3 единицы урона. Оглушение и безрассудный. Я возьму алого стража. Поглощение души, черное копье, это не мое. Тоже как бы не мое. Оглушение. А вот непреклонность я добавлю. Так. Мощь Нексуса. Призвав меня, нанесите 1 единицу урона всем остальным союзникам. Ого. Всем остальным союзникам. Вот уж дудки. Дайте союзнику щит. Союзник берет... Вот, вот это я добавлю. Опять возмездие. То есть мы с вами должны собрать колоду. Военные повара. Почтение памяти. Медленное. Кого бы взять? Призовите 3 яростных духа. Наверное, возьму алый страж. Выбраковка. Убейте бойца силы не больше 3. А здесь клыкастый страж. Дайте двум союзникам +3/+3 до конца раунда. В принципе, неплохо. И опять страж. Легионер-гренадер, ё-моё. Нет, я, наверное, возьму разведка боем. Сколько нужно взять-то здесь? Сколько? Вообще-то 40 карт должно быть в колоде. Алый страж. Так, верный барсук. Мощь. После гибели первого союзника даруйте мне 2/+2. Призовите карту саженец. Давай возьмем непреклонность. А, вот, ребята, 8 из 15. Ё-моё, мы тут с вами запаримся искать. Каждую карту просматривать, я тут припарюсь. Ладно, давай его возьмем. Здесь возьмем, наверное, с вами. Выберите врага. Два союзника нанесут ему удар. Ого. Давай непреклонность, наверное.
Так, предсмертный вздох. Создайте в руке заклинание стоимостью 6 и более единиц маны из любого региона, кроме Димасии. Я, наверное, возьму вот это вот. Непреклонность. Так, нифига себе. Мне могут нанести урон только вражеские бойцы с силой плюс 5. Ух, нифига себе. У нас, ребята, с вами все идет как-то к алому стражу. Склоняется. Здесь у нас нанести одну единицу всем бойцам в бою. Прилив храбрости. Дух чаще. Призрачный ползун. Я, наверное, возьму алого стража. Так, это я не хочу. Поддержка. До конца раунда дайте союзнику, которого я поддержу, плюс 3, плюс 0. И пробивание. Так, дает союзнику щит до конца боя. Давай так сделаем. Все, последнее. А, все, ребята. Пропустить этот обмен. Так, ваша колода, торговец. Не знаю, пропустить этот обмен. Я пока еще что-то, если честно, не очень хорошо понимаю. Но, судя по всему, мы с вами начинаем играть. Экспедиция это. В первый раз, ребята, на ваших глазах начинаю. Так что не обессудьте, если сейчас что-то будет не так, как я хочу, и тем более, как вы. Потому что это пробная заходка у меня. До этого не было жетона. Ох, ё-моё. Кто это? Что это за герои? Я таких даже и не видел. Офигеть, какая у меня рука. Меняем, конечно. Давай вот это все заменим. Ладно. Так, барабанщица легиона у нас здесь. Союзник и враг наносят удар друг другу. Так, понеслась, друзья. Здесь я пропускаю ход, однозначно. А он выставляет, у него есть карта, а? Ты посмотри. И атакует сразу же. Вот хорек, а. Ладно, друзья мои, теперь мы с вами выставляем барабанщицу. Вместе мы несокрушимы. Надеюсь. Так, он думает. Только не говори, что у него что-нибудь да есть выставить. Так, следующего, наверное, будем вызывать клыкастого стража. Угу. Чё задумался-то, парень? Ё, просто с щитом. Пасуем. Так, мне бы что-нибудь хорошее получить, а, ребят. Пока ничего нету. Да ты достал, откуда у тебя такие карты-то? У меня только клыкастый страж. Но тоже со щитом. Что немаловажно. Смотри, что делает, а. Ох, ё-моё. Что мы можем с тобой сделать? Этого пробить не получится. Мы можем только щиты снять друг другу. Чужим здесь не место. А вот этого я, пожалуй, подобью. Поехали. Так, минус, едва в лицо получим. Что не есть хорошо, естественно. Так, 4, да, энергии. Что я могу за 4 взять? Ничего. Союзник и враг наносят удар друг другу. У него... Слушай, давай, наверное, с тобой вот так вот сделаем. И все, пока. Хотя он сейчас может за одну единицу выставить. А, вот так вот. Ну что? Обмениваем. Точнее, уничтожает он у меня карту. Ну, зато 2-1. Так, 5, да, сейчас будет? Мы с тобой вызовем, наверное, Гарина. Я справлюсь. Да, буду вызывать Гарина. Хотя, погоди-ка, почему мне... А, 4 только лишь. Я ничего не могу здесь сделать. 4 энергии всего. Я пасанул.
Да ты достал уже, а? У него все-то есть, а ты посмотри, все у него есть. Мне опять посылать плеч. Сейчас всех выставит, стопудово. Выставит на поле боя, нет? Думает. Что-то у меня с рукой, конечно. Ловушка ждет жертву. Так, призвав меня, создайте карту разгневанной йети среди верхних трех в колоде. Ну что, нам надо вызывать Гарена. За справедливость, за Димасию. У него с картами, кстати, проблема. Ё-моё. Духи старого разлива. Слушай, я знаю, что могу сделать? Я могу вот этого, например, бомбануть вот с этим. Но. Отлично. Уложили, уложили. Стал выставлять все-таки, да? Вот это, мне кажется, он зря сделал. Так, мы можем с тобой вот этого... Нанести 2 единицы урона вражескому Нексусу. Вот это плохо. То есть он мне еще 2 единицы нанесет, да? И, пожалуй-ка, я уберу... Вот этого. Поехали. 4 в лицо нам прилетит. Окей. Вот это хорошо. 10 хп у нас осталось, у него 20. Не оставайся. Так, отлично. 6-6. Так, сейчас посмотрим сейчас, кого нам вызвать. Давай вот этого, наверное. Но. Что там у него? Древние йети? Ох, ё-моё. 5-5. Поехали. Что он будет делать? Будет выставлять? Йети выставил все-таки, а? Ты посмотри, против мамонта. Ловушку обошли. Ладно. А ловушку обошли. Так, он что там будет брать себе в руку? Посмотрим. Опять йети у него. Так, восстановите свои... Ну это понятно, это не, нам не нужно. Мы, наверное, с тобой сделаем стальную защиту. Будем... А, вы союзного? Щит, йоу, просто. Оу, щит у нас тут. Это хорошо, кстати. То есть мы сможем с тобой один удар нанести без повреждения. Так, почтение памяти. Стоимость снижается на 1 единицу за каждого союзника погибшего в этом раунде. Призовите случайно выбранного сторонника из Димасии стоимостью 5. Так, а этот у нас с щитом. Слушай, ну неплохо, у нас с тобой 2 щита. Что он там делает? Что за заклинание? Покажи заклинание мне. Наносит 1 единицу урона всем вражеским бойцам. Ты не припухли, хлыщ. Блин, он снял с меня защиту, ребят. Наше дело правое. Он просто снял с нас с тобой боевое построение. Всю броню, которая у нас была. Ну давай. Ха-ха-ха. Это ты хорошо придумал, парень. Это ты хорошо придумал. Так, 2 карты у него всего осталось. У нас сейчас 6-6 будет угарное. Здоровье восстановится. Я смотрю, у тебя с картами-то вообще беда там, да, парнишка? Так, Сереброкрыл авангарда. Когда призываете меня, призовите мою точную копию. У меня что-то как-то так много энергии, магии именно. Давай так сделаем. То есть он еще и неблокируемый. Блин, да ты достал со своими йети-то уже здесь, а? Так, ребят, нам нужно с вами... Плюс три до конца раунда. Вот так вот сделаем. Мы
Поехали. Я думаю, что шансов нет у него здесь на победу. Просто или в лицо сейчас получит. Молодец, красавчик. Тут щит у меня, он выставляет. Тут тоже щит. Пока. Пока. Слушай, солидно у нас с тобой выходит здесь вообще. Нам повезло. Ну что, Гарен, пойдем веселиться дальше с тобой. Сейчас посмотрим, что он там сделает. Так, что у него? Призовите карту «Незаконное устройство». 5-5. Хитро. Давай-ка так вот сделаем с тобой. Посмотрим, что у нас за сторонник прибудет. Конница авангарда. Парень, ну ты в курсе, да, что все, тебе хана. Поехали. Погоди-ка, а что это он тут? Он все мне хочет Нексус уничтожить. Нет, ребята, а вот мы ему сейчас, да, ух, сейчас мы ему пропишем-то здесь. Давай-ка мы с тобой, наверное, военные повара призовем. Накормим Димасию. Все, карт у него нету, ребят. Соответственно, мы сейчас ему наносим. И я думаю, он отдуплится. Готов, парень. Ну что, первый бой прошли, слава богу, в экспедиции. Мы сражались за правое дело. Мы сражались за правое дело, естественно. Опа. Слушай, 1000 опыта можем получить с вами. Ну, 750 тоже неплохо, согласись. Эть, чуть-чуть не хватает. Так, мы продолжаем, я так понимаю, да? В плане, опять добор, что ли? А, один из одного, выбрать. Так, тут у нас Гарен, тут Калиста. Спина к спине, слушай. Воу, вот я что возьму, наверное. Да-да, я возьму Владимира, это вампир. Поехали. Переходим же, да, или как? Нет. Я думал, мы с вами, как бы, ну, первый бой проходим, на второй должны сместиться, но тут почему-то не так. Может быть, после этого боя переместимся. Так, у него 3 героя. Блин, вот это, конечно, Ронин плох. Ну что у нас с вами? Слишком много мощей, я смотрю, у нас тут взято. Давай заменим. Ну, хотя бы дали хоть что-то на ранней стадии. Так, я, ребят, пропускаю ход. У меня нету маны за... карты за одну манну. А вот теперь можно выставлять. Так, противник сейчас подумает что-нибудь. Так, даруйте 3 верхним бойцам в вашей колоде 1+1. Блин. Так, у нас здесь щит дает, да? До конца. Давай вот так вот сделаем. Окей. Откуда? Я же тебя не брал. В следующем раунде призовите карту саженец. Улетел. Клыкастый страж. Тоже у него щит. Ну, давай, давай вызовем. То, что щит, это хорошо. Лишь бы он его не сбил. О, 2-5. Поехали, ребят. Сделаем ему 2-3. Два-три. Опа-на. У Владимира накопилась одна энергия там. Видели, да, только что проявилась. Поехали еще разок. Надо его добить. Потому что если он начнет его бафать, это будет очень жестко. Опа. 2-1, саженец. Ё-моё, ну 4-3. Офигеть. Так вот сделаем. Слушай, ну щит, в принципе, ребят, неплохо. С щитом мы можем сейчас... Ага, выставить захотел. И защитник авангарда. Давай, пропускаем ход. А куда он исчез-то, дурень? Куда он исчез?
Слушай, ну у него там карт в руке. Ёпарасеты сколько. У меня, правда, на столе уже нехило. Но ситуация-то щекотливая. У него 5 маны. Ох, ё-моё, началось, а. Как будем действовать-то с тобой? В любом случае, нам нужно кого-то убрать. В любом случае, поэтому я предлагаю сделать вот так вот. Атаковать. Как он будет прикрываться сейчас? Выходи на бой! Ага, вот таким вот образом. Так, 4 энергии. Точнее, 1 хп, тут 2 хп. Опа, это герой, что ли? Захиливается раз. Это плохо, друзья мои. Если с этим мы еще разберемся, то... Что он там опять поставил? Заморозьте 2 врагов. Ты понял? Кровь на снегу. Так, союзник берет в плен бойца. Давай с тобой вот эту... Выберите союзника. Вот так. И заберу вот эту карту. Да. Сделаем так. Смогу же забрать его? Отлично. Хе-хей. То-то я, но. Так, ребят, у нас тут щит до сих пор еще висит. Не потраченный. Выставляем. Так, убейте союзника, чтобы нанести равный его силе урон любой цели. Я понял. Так, тут у нас под защитой. А зачем он так сделал? Подожди, какая защита? Защита уже все, у нас исчезла. У нас нет защиты. А нет. Она сработала. Так, мы становимся 6-6. Кстати, он вернул пленника своего, которого мы забрали. Кого я могу вызвать? Могу, в принципе, бронированный мастодонт призвать. Это уже перебор. Тоже 6-5 у нас, да? Давай сделаем. Че он будет сейчас? Блин. Вот этого, конечно, бы убрать нам надо. А он сейчас выставит еще что-нибудь посильнее, посерьезнее. Думает. Как безмятежен мир под ледяным саваном. Что она такая? Начало раунда, заморозьте сильнейшего врага. Убейте союзника, чтобы нанести урон. Твою же маковку, а? Призовите меня, нанесите 1 единицу всем остальным союзникам. Всем, это вот им. Но это вообще не вариант, ребят. Клинок авангарда, даруйте мне 2+2. Я служу в бесстрашном авангарде. Наше дело правое. Ну, выставил. И заморозит, да? Нет? Убрал. Че он там мутит, а? Какую-то мутью. Когда призываете меня, копию. Вот так. У него, кстати, 8 хп. Че, сдался, что ли? Справедливость! А что случилось-то, ребят? Я не понял. Он, походу, сдался. Или я что-то пропустил. Так, друзья мои, скоро нам достанется эпическая карта. Нам нужно еще немножко с вами подраться. Фух, так. Ох, ничего себе, Минотавр-уравнитель. Начало раунда, оглушите слабейшего врага. А как это... А как это приобрести? А, вот это вот, место боя. Давай поменяем. Вау. Конечно, этот Минотавр, это же 6-6. Да, друзья мои, вот мы с вами прошли. Ну что, поехали дальше. Я надеюсь, тут за победы что-нибудь вкусненькое будут даваться. Ну, я имею в виду, чем больше побед мы с вами одержим, тем вкуснее наградочка должна быть. Но игруха на самом деле очень прикольная. Мне понравилось. Надо немножко с некоторыми нюансами разобраться. Тут их очень много. Оу, у меня Владимир.
А вот этот вот самурай тоже нехило. И у него тоже гарн есть. Так, ребята, начинаем раннюю игру. Гарна по любаську я оставлю. Ну, блин, вот за 4 маны 2-2, я считаю, что это, ну, ребят, несерьезно. Первый ход за мной. Если вы призвали элитного бойца, даруйте ему 1 плюс 1. Да и вот это, я считаю, тоже за 4 маны, 2-1. Ну, хоть копию... Защити меня. Заклинание 6. Нифига. Создают заклинание 6 маны. Ты запарил уже тут свои... Этих вызывать. Так, подожди-ка, мы можем с тобой боевого кузнеца позвать? Нет, давай, наверное, барабанщицу легиона. Мир ждет нас вперед! Правда, если он сейчас выставит... Не Нет, я вот этого, пожалуй, бомбану. У него заклинание, да, появляется? Что там за заклинание? За 6 маны должно быть вообще опупенное просто. Сколько? 3 энергии, да? Опа, выпало. Даруйте союзнику 3 к атаке и 0. И пробивание до конца раунда. Не пойдет. Давай, наверное, вот так лучше сделаем. Если что, обменяемся вот с этим вот. Стражем поляны. Хотя он сейчас выставит кого-нибудь. Может взять набор у него. 3 энергии есть. Вполне. Ох, ядрёно ты вож. Вот это да. Я пасану. Я лучше буду немножко по-другому делать. Если он сейчас выставит, я распределю этого на... Лес защищает. Да ты достал уже своим. Лес защищает там у тебя. Сколько у нас сейчас? 4 энергии будет, да? Я пасану. Смотрим, ребята. Оу, Владимир попал в руку. Вот хорошо. Значит, займемся вампиризмом. Шена он вызвал. Ё-моё. На моих глазах союзники получили... Короче, если 4 раза союзники получают щит, то он там что-то будет делать. Я, честно тебе не скажу, не могу припомнить. Давай, наверное, так сделаем. 3-2. Оу, это уже вкусненько получается. Враг между деревьями. Так, всех, что ли? Ах ты, жук ты навозный, а. Что? Передумал? Что это у нас? Нет, все-таки опять выставляет. Ну что, ребята, я думаю, что нам нужно с вами сделать как? Вот этого ушатать. Я не боец, я кузнец. Ушатаем с тобой вот этого. Тут побольше урона нанесем. На защиту империи. И вот так вот. Ребят, ну, другого варианта не вижу. Погнали. Мой час пробил. То есть мы... У него одна карта остается и у нас одна. Но у него 2 хп. Он восстановит здоровье, да, себе, по-моему? Или этот не восстанавливает? Сейчас посмотрим. У него вот эта еще карта, короче. Дайте союзникам 3 плюс 3 до конца раунда. Может, обычным вот таким вот грифончиком, или вот даже вот этим подбить элитную карту. Нет, он здоровье себе не восстанавливает. Тем лучше для нас. А мы начнем, пожалуй. Так, 6 или более союзников выжили, получив урон 2-6. То есть, видишь, у него тоже копится. Там определенная фигня какая-то. 2 из 6 уже сделано. Я выбираю Гарна. Но... Что думает, гаденыш? Что ты там опять думаешь? У нас есть хоть кто-нибудь? У нас только Владимир с тобой есть. Более-менее сильный, да? И пикирующий сребокрыл. Но у него 2-3 атака. 2-3 хп. Так. Можно заблокировать только бойцом с навыком изворотливость. Получает на 1 единицу урона меньше из всех источников. Угу. Так, елки-палки, я сижу, жду. Тут уже пора выходить на поле боя. Сейчас, наверное, применит эту карту. Хотя она стоит 6 маны. Не успеет он ее применить. Понял. Угу. А вот так он решил сделать. Что?
Блин. И щит. Оу, мы потеряли Гарна. Я не знал, что у него есть такая карта, ребят. Вот это он меня, конечно, да, подколол. Сейчас вот серьезно тебе говорю. У него еще щит, да? Ну что он там думает-то, блин? Так, атака за каждого другого атакующего союзника нанести одну единицу урона ему и одну единицу урона вражескому Нексусу. Кто мешает следствию, тот соучастник. Фигово получилось на самом деле. Погнали. Блин, Гарна профукал, ё-моё, а. Мне бы убрать этого Шена отсюда. Он может в любую секунду применить заклинание. Семь энергии, да? Так, пробивание до конца раунда. Хо-хо-хо-хо. Давай вот так вот сделаем с тобой. Щит. Ну и ждем. Что это у него? Превратите одного сторонника в другого? Ты оборзел, что ли, блин? Твою налево. Мамонта, что ли, потеряем? А, он так сделал. Ну что, тогда выставим, наверное, да? Наших ребят. Так, три. Там три к атаке, получается, да? Поехали. Что? Блин. Возвращает на поле боя воина. Так. Ну, сделаем вот таким вот образом. Зачем я потратил, я не понимаю, ребят. Опять этот. В следующем раунде призовите саженец. Слушай, дела совсем плохи. Нифига у него там. Союзник берет в плен бойца. Вот этот вот, да? Ладно, но если мы его уничтожим, ребята, мы вернем с вами эту карту. По такому случаю я надел красный. Так, ладно, посмотрим, что дальше. Я тише самой смерти. Добор карты сделал, да? Призовите меня и вызовите одну карту. Покончим с магией. Смотри, что делает, а? Ну что нам надо с вами сделать? Во-первых, вот так вот сделаем. Да. Выбор не особо велик. Мы вернем карту. Так, он же на один ход всего лишь, да? Союзник и враг наносят удар друг другу. Так, давай мы с тобой, наверное, вот его... А, и вот этого. Уберем с вами этого Шена отсюда. Раз он нам уничтожил Гарена, он уничтожил Владимира мне. Пускай теперь расхлебывается, как хочет. Ну что там, припух-то? Все? Да-да, вот у меня так же было. Давай, ребята. Хача! Все, остался без своего Шена. Но у него карт очень много. Раз, два, три.
4-5, а у меня... Ну, ты сам видишь, что у меня. Друг Большерок. Откуда ты его взял-то, а? Мы сломим их дух и клинки. Сломишь ты дух и клинки. Что мне там выпало? Алая ученица. Когда я выживаю, получив урон, нанесите 2 единицы вражескому Нексусу. Ох, проблема. Надо вызывать Алого Пробудителя. Ну так не хочется терять ХП. Плюс 3 до конца раунда. Ну. Ну я что, я не буду никого выставлять. Я, наверное... Вот. Слушай, он же выставит их или нет? Отлично. Я, по-моему, вспомнил. Владимир будет оживать. Твоя карта бита. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Мне дадите ход сделать? Защититься или что-нибудь? Ах, вот так ты сделал. Слушай, ребят, по-моему, это далеко не компьютер играет. По-моему, это человек реально играет. Не может так вот компьютер обдумывать все ходы. Смотри, что делает, а. Ну, и у меня выбор обалденный просто. Я тебе скажу. Этого надо убить. Получим 7 в лицо. 7 в лицо. Ну, лучше 7 в лицо. Чего? Прикрываемся тогда так, вот так вот. Поехали. Я исполнила долг. Сейчас у него все это слетит. У него на один раунд все это было. Даруйте мне 2 плюс 2. Ну давай. Демасия восторжествует. Ну, бонус-то будет спадать или что? Если ковал не я, не бери. Алая ученица. Я, наверное, придержу, чтобы он не знал, что у меня в руке есть. Так, ну что, ребята, у него... Восстановите союзнику все единицы здоровья. А затем удвойте его силу и здоровье. Прикинь, что сейчас будет. Фига карта. Что он там? Он отменил мое заклинание? Так, ну что, ребята? Блин, мало здоровья. Выставляем. Сделаем так, и этого лося я пока не буду, ребята. Поехали. Сейчас будет выставлять либо вот этого 2-2, либо вот этого. Лося подставлять он на... Лося подставить решил? Пш. Ладно. Я бы лично пожертвовал мелкой. Дайте двум союзникам плюс 3-3 до конца... Да он не оборзел, блин, а? Так, закончим раунд. Да дайте мне нормальные карты. Чего вы мне даете какие-то повара, блин? До конца раунда дайте 1-1 союзнику, которого я поддерживаю. Но у него тоже там с картами, я смотрю, совсем все плохо. Так. Ага, ага. Окей. Так, ну что, ребята, 2-2. Кого? Вот этого убираем, да? Здесь так сделаем. Так, здесь... Здесь сделаем... Вот так. А здесь сделаем вот так.
Поехали. 4 в лицо получим. А, у него еще заклинание есть. У него там карта какая-то, да? Что у него там за магия? Так, 4 плюс 2 в лицо, 6. У нас остается 4 хп. Да иди ты в пень, блин. Хорошо не убил, а? Я проиграл. Владимир, ты как? Давай тоже вызовем. О, жду, не дождусь. Чё? А, ну это другой разговор. Вперед, в бой. Плечом к плечу, в бой. Угу. Конница у него, да? У нас 4 хп всего лишь осталось. Вот эту карту я заблокировать не смогу в любом случае. То есть 2 в лицо получим только шорох. Пасую. Да что же там... Дайте двум союзникам плюс 3... А, до конца раунда. Вот это хорошо. Шен обвернул, блин. Судьба духов и смертных. Пас. Понеслась, что ли, да, ребята? Мне карту дадите, блин, хоть... Ну, что вот я здесь делаю? Я могу его, конечно, отбить. Разочек один. Это будет где-то вот так. 3-3, да? Блин, подставил карту. Ой, дурак. Я не закончил. Просчитался с хпшками. Так, раз. Защита и нападение. Пронзим врага. Конница, в бой! То есть я не смогу, да, прикрыть всех. 4 в лицо в любом случае я получу. 4 в лицо я в любом случае получу. И, соответственно, я проиграю. Могу только... Да ничего я не могу сделать. Ребят, я проигрываю. 4 вот это, и вот эта карта мне в лицо пропишет. Продолжайте натиск. К сожалению. Ну ладно, посмотрим. Одна попытка здесь или не одна. Ну я пытался, я старался. Ребят, ну вы видели, мне одних заклинаний надавали фуфловых каких-то. Так, ну карту я в любом случае получаю. Экспедиция все? Обламывается? Нет, ребят, по-моему, нет. Черное копье. Так. Если в этом раунде погиб союзник, нанесите... Так, это понятно. 2 плюс 2. Давай, наверное, уберем защитника авангарда. А, и тут только вот так. Пропущу обмен. Ух ты, а это что такое у нас, ребята? А, всего побед. То есть тут, ну, проигрыш, да, получается. Но мы двигаться можем дальше. Окей, ребяточки, пойду кофейку налью и вернемся сейчас. В общем, ребята, я проанализировал свою игру, и я подумал, что мы с вами проиграли в тот раз. Во-первых, он уничтожил мне Гаррета, это первое. А второе, он снял магию. Я не знал, что здесь можно снимать магию. Такой карты у меня еще не было. Но, как видите, можно. И вот из-за этого я проиграл. Ой, блин, печально, грустно как-то. Но игра интересная. Ребята, у меня ПК-версия. Android-версия один в один. Они идентичны? Ну что, выбор есть. Фух. Опять здесь Шен. А вот это какой-то герой неизвестный мне пока еще. Так. Всем бойцам в бою. Угу. Опять мне дают заклинаний очень много, да? Всяких. Хорошо, поехали. Алая ученица, военные повара.
Будем смотреть. И опять дали заклинание. Блин, да что ты будешь делать? Они не дают бойцов мне. Понимаешь? Да, господи. Мои действия. Ладно, вызовем, наверное... Я покажу, на что способна. Вызовем алую ученицу. Будет блокировать, как ты думаешь, эту карту? Давай попробуем. Я могу войти во вкус. Ты можешь войти во вкус, я знаю. Так, дается щит до конца раунда. Так, и пробивание. Давай, наверное, вот это вот выставим с тобой. Пробивание, блин. Пригодится же, может, эта карта. Ладно, поехали, ребят. Он не будет сейчас никого выставлять. Не будет. Получит 5 в лицо. Ой-о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 й, плохо. Так, что у нас тут есть? Щит можем поставить с тобой, да? Я часть природы. Мы можем с тобой поставить щит. Крепкие клинки на заказ. Будет атаковать или нет? Ко мне, мальчик. Он делает добор. Так, этот еще и с щитом. Повара вызываем. Он что-то почуял. Вызвал, да? Так, мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Блокировать. Окей. Щит сняли. Готов, мальчик? Всех, что ли, решил выставить? Крови, тем лучше. Так, давай, наверное, 3 в лицо получим. Иди сюда, дорогуша. Что, не по зубам? Поехали. 3 в лицо. Я надеюсь, у него нет там заклинаний никаких, потому что у него еще есть... Понятно. Силой 3 и больше. Хороший мальчик. Плохо. Это плохо, друзья мои. Ага. Ха. Щит до конца раунда. Мое оружие не для красоты. Давай попробуем. Так, и враг наносит удар друг другу. До конца раунда. Что делать-то? Блин. Давай так сделаем. Атаковать. Он сейчас этого поставит сюда, а этого сюда. Но я же богат. Вот и все. И я опять в дураках остался. Хотя... Мы его обманем. Да, что я радуюсь, у меня карта в руке. Воу, он еще и атакует после этого. Блин, вот это я дурку сейчас сделал, ребята. Ё-моё, как я сейчас тупанул. Так, героиню вызвал, да? Флора. А, Фиора. Я убила 2 врагов, что-то там. Готовится драка. Опять растерял преимущество по картам. Отбивную сделаю. Угу. Кто здесь? Защищайся. Никто не уйдет голодным. Так, оглушите врага. Так, и всем союзникам плюс 2 до конца раунда. 2 атаки, да? Давай вот так сделаем с тобой. Всем бойцам в бою. Поехали. Сейчас посмотрим, что он тут сделает. Тоже может убрать это заклинание или еще что-нибудь. Ох, ё-моё, тяжелый случай, конечно. У него сколько? Раз, два. Что он там? Щит. Трындец какой-то.
Да, еще и в лицо получили. Я тебя прикрою. Посмотрим, что у него там. На один стоимость союзников снижает, ты прикинь. Так, а это что у нас за карта? Стоимость снижается на один за каждого союзника, погибшего в этом раунде. Призовите случайно выбранного сторонника из Димасии стоимостью 5. Попробуем. Да что там у него, а? С добором у него, ты прикинь? Так, у него 4 карты, у меня 2. У него еще 7 карт, у меня 4 всего. Я проигрываю по 3 картам. Ты под защитой. Еще лучше. Я пас. Испытание. Да ты достал уже, блин. Твою мать, а. Я пас, опять пас. Пускай выставляет свои карты. Мы нанесем с тобой вот эту вот штуку. Снимем все защиты, которые тут есть. Даруйте союзнику 0 плюс 3. Окей, пасуем. Все, защита слезла, да, получается, вся с них. За честь, док, бою. Слышишь, как шипит? Слышу, блин, как шипит. Нельзя драться на пустой желудок. Так, одну единицу урона всем. А это что у нас? Убить союзника, чтобы нанести равный урон любой цели. Ох, я даже не знаю. Давай так, наверное, сделаем. А этого нам надо будет ставить куда? Сюда, наверное. Поставим. Поехали. Ну что опять там, блин, влепил? Ага, вот так вот, значит, сделал, да? Убейте союзника, чтобы нанести равный его силе урон любой цели. Тогда мы с тобой сделаем вот так вот. Да что ты? Покажи, что умеешь. Не понял. У него щит. О, ребята. У него там, оказывается, щит был. Ну и что мне здесь делать? Да, я тут проиграл. Прикинь, у него щит сработал. Он поставил щит. Я стану сильнее тебя, Каян. Насмешил. Да. Вот таких вот двойной. Двойная атака еще. Ёпарасоте. Закончим раунд. Тебе будет больно. К бою готов. Защита. Пора подкрепиться. Вообще ничего не могу сделать, прикинь. Просто ничего не могу сделать. Двойная атака здесь. Я могу только вот так вот сделать. И все. Ну вот здесь вот поставить защиту. Ну тут-то мне в лицо прилетит все. А че, почему?
Почему защита не сработала? Ребята, вы хотите сказать, что это играет бот? Да? Какой нахрен тут бот? Это не бот, нифига. Испытание пройдено. Все, да? В плане пройдено. Почему пройдено-то? Я... Ладно, ребята, это я думаю, что мы с вами, наверное, уже начнем в следующей серии, потому что у меня просто сейчас мозги вскипят. А хочу посмотреть, что за карту мне дадут. Улучшение. Замечательно. Кого улучшил? Чего улучшил? Снести стоимость союзников в руке на один. Слушай, неплохая карта, да? Остальное все у меня было. И осколки. За осколки, ребята, мы можем с вами покупать карты. Ну что, дорогие друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.